Привитос, амигос, продолжается Fallout. Многие в комментах пишут, что не проходи, типа, за подземку. Подземка — это такая говенная эта организация. У меня принцип выбора фракции прост. За кого меньше спойлеров в комментах я прочитал, за тех, собственно, я и пройду. Чтобы хоть какая-то интрига, интерес как бы сохранялся. Чувак, я в душе не... У тебя такое лицо какое-то, знаешь, это... Мне кажется, что синты, они как бы... Хотя, может, ему его запрограммировали на ухмылку наркомана, просто он такой счастливый. Лучший план, плохой план. Да заебись, план, давай. По твоему лицу видно, что план был хорош. Сейчас, походу, нехеровая бойня будет. Perhaps if we stand up openly to the scientists, more of my people would join us. Yes. Even if most don't join the fight. Вот так вот странно по сюжету в моем исполнении папочка восстанет против сына и даст ему просраться. Интересно, вот как бы в кино в такой вообще как бы вы в такой ситуации поступили? Но я не знаю, в принципе, какие могут быть родственные чувства после того, как ты встретил сына, а ему, блядь, 60 лет. Какой-то нахуй сын после этого. Это что-то странно как-то, аномалия. В Интерстелларе, вон, он тоже прилетел, увидел свою старую дочку и улетел тут же нахуй от греха подальше. All people want to be free. They just need the opportunity to take it. If the railroad inspires everyone like you do, the SRB is wise to fear you. We will give my people an opportunity, and they will flock to us. I admire Mr. Beignet a great deal, but we can't tell him about this plan. It's his people we'll be fighting. I will talk to my friends. Какого мистера Бине? Meet me here tomorrow. Отца, что ли? If I don't make our appointment, assume the worst. Подождать один день. Это, блядь, мой любимый квест. Я ждать пиздец как люблю. Съебись. О, сейчас такая война будет, тут же охотники всякие. О. А, вот он, мистер Бене, точно. Liam, I got your username and password. You railroad guys really deliver, you know? Hooking that ancient tech up to the modern terminals is going to be. Вообще надо больше фракций, потому что, честно говоря, из того выбора, который здесь предоставляет, мне ни одна не нравится. Почему нету фракции рейдеров? Почему не примкнуть к самым плохим, к отбросам, к отбитым настоящим? This is a delicate operation. Are you okay if we have to use violence? Good question. If we find ourselves in that position, we pull the plug and wait for another opportunity. Ты чё, охерел, что ли, петушок? Джек Петушитель. Ладно, держи. Listen, I need a favor. Z114 is working the atrium again. Can you give him an update? It's safer if you do it. Чувак, вообще-то он уже в курсах вообще. Еще как в курсах. Ты последний, кому я сообщил. А еще у меня есть мини-квест. Найти силовую броню, которую я где-то здесь снял. Симпотная жопа, синт. Да и вообще, на ой, дэк-дэк, на тебя посмотрю. Ну вот ты с пивом потянешь, да. Будет жаль тебя убивать через 5 минут. А, вот моя силовуха. Так, а теперь надо найти скамеечку. Вот, помягче. Скамья 07. Скамья 08. Господи, они такие пидоры, что даже скамейку пронумеровали. Эй, синт, встретимся на скамье 07. Давай лучше на скамье 08. Нет, на скамью 08 срали птицы позавчера. Я не буду сидеть на опущенной скамейке, да. Так, он сказал один день подождать. 23-24 часа ждем. Правда, замечательно. Бля, да сколько можно? Да тикай ты быстрее, господи, я за это время газету мог прочитать. Лучше бы через экран загрузки это происходило, согласитесь, да, что... Вот в этом плане разрабчик, конечно, лоханулся маленько. Встретиться с Z114. Сейчас, походу, мы будем... Я на всякий случай сделаю сейв, да, если мне дальнейшее развитие сюжета не понравится, я отсюда грузанусь. Выберу институт, разъебеню всю подземку. И ставьте лайки. Шутка, не надо. Так...
Я вообще думал, что мои загоны насчет того, что я вырезаю регулярно фракцию, а потом перезагружаюсь, людей будут немножко подбешивать, но вижу всем наоборот. Очень даже нравится. Зивон, ты такой боевой чувак. На скинхеда похож. Perhaps once the fighting begins, many others will join us. Продолжает we'll собой. Fight and die very quickly unless we have weapons. Оружейку вскроем. Given the right materials, we can make our own crude but serviceable weapons. Unfortunately, we're missing a few critical ingredients. Какое нахуй примитивное оружие, чувак? У меня только с собой 10 стволов и очень, кстати, таких почетных. Хуже вооружены. Продолжай компоненты. О. I have weapons I can give you. Excellent. Deposit anything you can spare in maintenance closet 3B. But we need enough weapons to arm an entire rebellion. So the ingredients are still necessary. Tell me how I can help. We've come up with a plan to get what we need. The institute's always expanding. То есть им нельзя отдать мои миниганы, огнеметы. Не устроить вторую звездную, межзвездную войну. That equipment has everything we need. Thanks to Mr. Binet, the construction crew is populated. Чувак, а можно, когда мы убежим отсюда, вы будете звать меня Дарт Вейдер, а я буду вас называть Штурмовик и Номер. Ну, вы же любите номера. И мы будем собираться... Вернее, у нас будет такой этот штурмовиковый хор, который будет исполнять акапелла, марш такой. Тан 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 таран тан таран тан 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 таран тан таран. Кстати, у меня и броня черная на Дарт Вейдера похожа. А еще мы, короче, выкрутим люминесцентные лампы, будем на них сражаться и делать так. А, о чем ты? О чем там? А, оружие надо. Чертова, блядь, кнопка эта... А, убить охранников... А, охранников туннеля. О, убить охранников туннеля. Есть убить охранников туннеля. Блять, а где тут туннель-то? Там что? Или тут? А, или там, или тут. А, локальная карта. А, приготовить оружие для повстанцев. Бля, а я где? А, приготовить оружие на повстанцев, это направо и вот там. Ну давай сначала оружие приготовим, потом охранников в туннеле победим. Победю. О. Тут этот гомосинт, короче. Закройся, чтобы я тебя не видел. Изолента. Так, мне надо... А, мне надо им дерьмовое оружие скинуть. К сожалению, все мое дерьмовое оружие, оно, знаете, оно... Немножко оно... Может, граната им пойдет. Мое дерьмовое оружие выложено. Мне его немножко впадло утащить. Поэтому сейчас я убью охранников, заберу у них оружие и сюда принесу. И вооружу своих штурмовиков. Господи. Вас не смущает, что тут бегает вооруженный в силовой броне чувак, а? Ядерный блок предмета удален. Только бы в бою батарейки не сели. This is the third time in two weeks. This is unacceptable. Что у них случилось? How could this happen? We think there was a system glitch. We're looking into. А, это про то, что вирус отгрузил, наверное. Так, никуда идти-то? Блин, не сюда, да? Или сюда? Нет, не сюда. Хер поймешь, куда тут? Yes, sir. Understood. Вон он. Я так понимаю, что охранников в туннеле надо убивать очень тихо. Ух ты, ёпты. А, еще и наверх. Они еще и где-то наверху. А, это прикольно. По стелсу. Я уверен, что это полустелс миссия. О, синты. А чё вы так кучей стоите-то, как дебилы? Clearance confirmed.
Они не должны рассосаться немножко здесь как-нибудь? Ой, Наташа Королева. We await your instructions. After your business is concluded with the guards. А, она уже знает, что я пришел убивать охрану. Блять, это прикольно. Че же они так кучненько здесь стоят? Так, ну давай попробуем. Да, хуй там плавал. Заебись. Синты-то мне помогают, смотрите-ка. Погодь, синтоиды, ща. О, заморозил, смотри-ка, сработало. Так, хуярь лежачего, я пойду еще кого-нибудь убью. Блять. Они мешают мне вести огонь по нему. Я так понимаю, они стояли возле взрывной бочки. И можно было их... Ух ты, блять. Я надеюсь, она жива. Construction is proceeding according to schedule. Leave now. Soon, this will all be under rubble. Прикольно. То есть они охраняли синтов, да? Они контролировали, вернее, синтов. О, кстати, а что за шлем у них на голове? О, ёпта, нихера себе. Это куда круче, чем мой грязный шлем. Да ладно, тяниной. Все нормально. А вы что, уже оружие забрали? We have little time. It is best you go, for your sake. Залепи-ка ты дуло, чтоб форточку не продуло. Я на всякий случай соберу шлемов. Вот. Потому что, ну, у меня же спутники тоже, им надо что-то вооружаться как-то. Так, две винтовки, а где еще? А это что такое? Talking, it, much, так, я что-то не понял, а где? Почему у меня только два оружия? Thanks to the genetic material you recovered. You talking about that kid we got from the vault? Yes, a perfectly unspoiled DNA sample. Красавчик просто, ёпта. Especially delicate, so if you can please look straight into the light. Should everything be... К сожалению, я провафлил все эти субтитры, но я сомневаюсь, что они до сих пор кому-то интересны в этой игре. Тут как-то слишком много текста, по-моему. Я так понимаю, что мы через этот туннель бежать будем, да? Поэтому им пришлось его зачистить. Иначе я не улавливаю, зачем. Сейчас посмотрим. А, это Келлок разговаривает, смотрите-ка. А, ну, говорили, да, в комментах, что можно найти голозапись, где говорят о том, что Келлогу продлевают жизнь. Так, где тут ящик для оружия? Вот он, да. Так. Да хрен вам, да хрен вам. Так. Институтский карабин. Один институтский пистолет. Компенсированный карабин Гаусса. Ну, конечно, пушка говно редкая. О. Но я думаю, что у них, честно говоря,
кое-что треснет, если их таким оружием напичкивать. Улучшенный, фокусированный. Это что такое? У меня 108, а это 75. О, неплохой карабин. Не знаю, сколько им надо оружия, но думаю, что я сейчас сделаю ходку на базу. У меня там есть в ящике кое-какое барахло. Я его сюда выгружу. Так, ну для тех, кому интересно детально, чем будут вооружены моя армия синтов, значит, показываю, что я там демпфированные 308 гладкоствольные. А, вообще-то это была моя пушка. Блять. Но она такое говно, что мне уже не нужна. Так, коллиматорный калиброванный усиленный карабин. Компенсаторный. А, это хуем. Так, так. Это мое. Криогенная. Криомина. Может, минами вооружить? Пусть бегут, под ноги кидают. Молотов кола, вы что, это обезьяна с гранатой будет. Насыщенный плазменный пистолет. Вот говнище еще то. Даем. Интересно, вот если я им дам две осколочные гранаты, я увижу, как они их будут кидать. Так, плазменная мина. Ага. Так, это что? А, вот. Пробивной укрепленный, да? О, ракетница. Я представляю синтез ракетницы. Вот это будет. Он будет это сигнал подавать к атаке. Укрепленный боевой снайперский карабин, да. Яростный штурмовой карабин. Да. Несмотря на то, что квест уже был выполнен. То есть им главное столько-то единиц оружия принести, а не... Так, тогда знаете что? Тогда я вот это заберу, раз им не надо. Надо было бесшумные автоматы, может, отдать. Может, они потом вернули бы. Вот эта пушка, которая... В принципе, говно, да. Буду тоже из бластера по ним шмалять. А патронов-то им не надо выгрузить, а то что они, как они стрелять-то будут? You have done your part. I will do ours. Weapon construction will begin immediately. Какая сборка оружия-то? Any news about Liam? Liam's got his terminal working. When the time is right, we have someone who can operate it. То есть я им там 10 пушек выложил, они еще больше хотят, это ж сколько синтов сейчас восстанет. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. А, лаем, петух. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful. Which, unfortunately, что, мне опять посидеть, подождать, что ли? For now, please continue working with father. Блять, какое дерьмовое задание. My people are ready. I will contact you. Продолжить сотрудничество с отцом. Да пошел нахрен ваш отец. Поговорить с отцом. Где он там? Что-то меня подзаебло уже бегать по этому институту задроченному. Как-то тут все не постапокалиптично, блин. Не вписывается он в концепцию игры, его надо уничтожить. Выше-то? Поставьте вы уже себе какие-нибудь эскалаторы здесь. Господи, сколько можно бегать? Сажаю только ядерную батарейку. Now ну чё, отец, молодец. Чё, да петушатник, ёпта. Ну да, чё уж там этот Microsoft. Resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto. Mankind. Redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. Уничтожить их. So it's like every other wonder gizmo ever invented. When will you eggheads learn? Have faith. Let me show you how we deal with such problems. A rogue synth has taken over the raider gang at Libertalia.
His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his Gabriel? Leadership, the Raiders have taken many innocent lives. Что-то знакомое, но не помню, кто именно это. I'd like you to join him and reclaim that sin. А почему не вернуть этого Синта домой? That would be best for everyone. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Понятно, старая добрая миссия на пойди всех убей. Отлично. Где он тусит, этот чертёныш? Бля, я тут вообще хоть где-нибудь был? Говно какое. Так, где это мы? Что я слышу? А. Бздутень. Расщеплен. Так. Сука, мне в какую сторону хоть мандовать? Туда вроде. А, там еще же вода, надо обойти как-то. Ёптить. А, можно было через ферму. Ай, нахер. Падло, через ферму, не через ферму. В принципе, я все ловухи могу по дну пройти, наверное. Опять этот винтокрыл тут летает уже какой раз. Сейчас его буду сбивать. Рейдеры твари. Что интересно, собьют, не? Блять, я оказался им интересней. Прикольно, когда ваншотаешь всех. Так весело, так весело. Сказал, и тут же... А, легендарщина. Получи, получи, получи. Получи рикошет. Получи промах, то есть. Да, силовая броня делает геймплей, блядь, невероятно интересно. Прямо интригует. Что у него там было-то хоть? Охотничья металлическая броня для правой. Сопротивление урона, уменьшение урона от животных, да, ну нахуй. В этой игре единственное животное, которое нормально дамажит, это коготь смерти. Но иногда еще легендарный Рад Скорпион может поддать. Но ради них, как бы, они их встречаешь очень редко. Поэтому таскать. Ох ты, ёб твою мать. А, ну да, еще болотники там. Чё, сука, тебя запороть, что ли, кортиком? Пирс Гибсон Пойнт. Светящийся болотник, этого хуй убьёшь, если он... Чё случилось-то? Так, чё тут у нас есть? На сейф? Нет, не хочу сейф. Бумажки, записки, чё-нибудь? Блять, а чё светящийся болотник секрет вечной жизни открыл, что ли? Однолапый. Так, из чего его ещё отжарит? Может, он сгорит? Где поддержка с воздуха от винтокрыла, я не понимаю. Я офицер братства стали, между прочим. Псина какая-то ебучая, что-то побежала. Тут как это, блядь. Кошка за жучкой, собака за внучкой. Смотри, там собака за кем-то бегала. На нее навалились болотники. Рейдер в силовой броне, блядь. Вдутень легендарный. Вы что, тут ёбнулись? Эй, что происходит-то? Водишь в косой ублюдок. Нахуй надо, господи, блядь. Что-то тут как-то не очень круто. Наконец-то эта сука сдохла. Единственный по-настоящему опасный противник. Дуэльная кожаная броня.
При попадании по противнику, сражающемуся в ближнем бою, вы получаете 10% шанса обезоружить. Охуенная вещь. А это что такое? Болотник-охотник, нихуя себе. Отъебались от меня нахер все. Ауч. Болотник-охотник атакует тем, что вафлит, да, на всех? Мясо болотника. Я таких, кстати, еще не видел. Мутация хреновая. Подсказали, кстати, что мясо можно собирать не для того, чтобы его жрать, а для того, чтобы его готовить, и за это опыт идет. Ох, нихера тут кавалериец какой помер. Антирейдер в силовухе. Ну, у меня уже есть силовая броня рейдера полная в коллекции. Так что он мне, в принципе, нахрен не нужен. Собачку жалко. Так, а вот там наверняка что-то... Ух ты, ёптвою мать. А, вон они как с дробовика классно валятся, а. Понятно. Блять. Он просто лох был, поэтому он завалился с дробовика. По клешням, по клешням. Больно, блядь. Зажал, ёптать. Что там мне написали? Нет шансов поразить эту цель? Да, действительно. Где уж там мне? До болотника-то, блядь. Ну чё, гнида? Он включил, конечно, заднюю, но поздно. Меня уже было не остановить. Это что такое? Это не снаряд для толстяка, разве нет? Обезвредить. А что их обезвреживать-то? Так. Мощный боевой карабин. Что это такое-то хоть? Говно. Говно. Нормально. Можно перед восстанием синтов как бы там все заминировать, наверное. Это будет вообще угарно. В этой... В институте свои-то... Да нет, наступать, может, и будут только враги, но взрываться-то... Взрыв будет задевать всех, да. И чё, блядь? И как нахер? Спот. Давай, водолазец хренов. Так, мне вообще вон туда куда-то надо. Ух ты, ёпта, это что такое? Робот-охранник? Да, и хуя мулыса, вот что сделаешь, бля. Сейчас я его заморожу. Нет? О! Лох, ёпта. Пошел нахер от меня, ублюдок. А, нахуй надо. Это уже был ядерный взрыв в его жопе или нет? Нихера. Сука, вот это да, вот это пожести. А чем в них лучше стрелять-то, не врубаюсь? Они что-то вообще дикие какие-то. Там он какой-то завод, он, наверное, оттуда выехал, да? Что такое? Так, ну мне туда куда-то надо. О! Вселенец. Записка. Чё за записка у поселенца? Причем вообще не написано, просто записка.
Билли, 44 у меня. Теперь надо толкнуть товар таким образом, чтобы никто не догадался, что мы задумали. Санаторий Сэнди Коувс, наше сокровище там. Встречаемся сегодня вечером. Не. О. Скрытая атака, не? В каком месте это было скрытой атакой? Клэмона и импульсная граната. По-моему, вот это моя лучшая пушка все-таки. Сейчас я ему колеса прострелю. А, он туда неуязвим. Пайпер! Пайпер Ксинт, походу. Пайпер Киборг, смотрите, и все похеру. Так, а где у меня какой-нибудь вообще... О! Самый редкий и тупорылый автомат, который вообще погоды не делает в бою. Редкий в смысле для использования. О! Там на корабле по-любому пупс должен стоять. Хер туда залезешь на этот корабль. О, это что такое ходит? Смотрите, Ихтиандр, походу. А, штурматрон. Петухатрон, блин. Пайпер, не подходи к нему. Ох, ёптвою мать, что-то он, по-моему, взбесился. От бедра, сучка драная. О, ёб твою мать, ничего себе ты жаришь. Да. Сынок нас, конечно, отправил, блядь, в такое место, откуда нахуй вернешься еще к нему. За кого он там, блядь, меня держит? За команда, что ли? Он сказал, что тут Син сбежавший, но тут, походу... Джон Коннор сбежал, судя по тому, что все машины, блядь, за него. А, наоборот, наверное, Скайнет сбежал, значит. Давай, братство стали, родимое, помогай что-нибудь делать. О, молодцы, братаны стали. Своего не бросают. А я им хотел пиздюлей навешать. Там вон кто-то в силовухе, походу, прилетел. Да, смотри, отряд паладинов высадился. Мы хоть друзья? О, Red Rocket. Петеля. Назад, шаболда. Уровень 20... А, уровень 39. Вау. Изи. Так, что у меня тут есть-то? А, оружейник. С какого левела там? О, вы можете использовать... Еее! В следующей серии будет джетпак. Сейчас надо узнать, что они тут делают. Суки, они что, улетели, что ли? Что это такое? А собака чья? Кандидат. Рыцарь. Ах ты, блядь. Ну, пиздец. Вы оказались не в том месте, не в то время, дебилы. Да, за честь, за славу, за нее. За честь, за воду, за свободу, за счастливый труд. Дебилы, блядь, идите нахуй отсюда. Что ты делаешь, отморожи? You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. Ни хрена ты крут вообще. All right, let's go. Right behind you, sir. Мне не нужна твоя помощь, можно было. Так, Пайпер, это не понравилось. Чё тебе надо, Пайпер? Кто тебя спрашивал вообще? Что, он где-то здесь? А, он на корабле. Ничего тут.
Я читал книжку, помню, не помню автора. «Город погибших кораблей» назывался. От автора знаете кого? Головы профессора Доуэля. Во. Если кому-то о чем-то говорит название этой книги. Кстати, довольно известная книженция. Хоть ей было, по-моему, еще совсем мелкий, когда я прочитал. Я так воткнул в нее по-серьезному. О. О, легендарный, легендарный мишкоголовый. Да, сука, ты криворукая, бля. О. Влепил. Так, ну-ка нахуй. Че, сука, не круто, а? Жуй, свинец, тварь. Блять, Бориска, хуево. У бабы, да? Хуй попадешь, не, бля. Тонкожопая. Воровская броня. Увеличивает размер зачетной зоны при взломе замков. Броня, кстати, нехеровая у синтов. Броня синтов, я смотрю, вообще, наверное, лучшая в этой игре. Так, это по большому счету. Там, блять, охуевает сидит. Я его даже не вижу. Вон он. Главный герой не утруждает себя такими вещами, как прицелиться, сдержать дыхание. Он навскидку хуячит. Так и я могу и без ватса стрелять, блин. Скажу по секрету. Примерно в сторону предполагаемого врага от бедра месят, ёптать. А дальше-то куда? А, вон туда. Где этот синт-охотник? Помощник сраный, блядь. Бесполезный, беспонтовый. Абсос. Эгегей, морячки. Нашли, где поселиться тоже, я балдею. Кучу кораблей досками сколотили вместе и тусят тут. Такая база, обалдеть. Это уровень, по-моему, блядь, так Borderlands напоминает чем-то, понять не могу даже чем. Тверкинг, детка, давай, давай, покажи, что ты можешь. Нет, все, помер. Он умирал в мучениях и конвульсиях, но ржачно. О, терминал какой-то. Че он тут, блядь, ни одного провода не идет. Поставили. Одну единственную турель, наверное. О, замком каким-то управление. Ну а прожектора отключать смысла не вижу, ибо на улице солнечный день. Пусть светят, пусть им, блядь, счет на электричество придет. Дебилом. Я, кстати, не понял, а что за замок там был? Может, сейф какой-то там стоял? Да впадло мне эти, нахуй мне эти сейвы. У меня уже, в принципе, есть все, что надо, чтобы игру пройти мне. Да балды мне все остальное. Ага. Не все турели выключились. Я что, хоть туда иду-то?
О, с толстячком кто-то там ходит, смотри-ка. Хе-хе-хе, дострелялся. А это кто там едет? Не знаю кто. Торговец. О, ядерная мина. Заебенчик. Ни хрена их тут такая куча. Не могу не угарнуть. Блять, ну отойди ты куда-нибудь, господи. Сука, он мне все портит. Кто там стреляет-то? А, вон. Еще и легендарный какой-то там чувак сидит. О, они отошли. Блять. Хер попадешь еще в эту цель. Уи, салют! Классно! Надо было сохраниться перед этим и еще раз посмотреть. Надо сохраниться, чтобы не утонуть здесь, не упасть. Тут хер выплывешь отсюда потом. Все ловухи в этой. Ну что, срет сидишь, что ли? Я не понимаю. Боец такой от бога вообще. Ты чё, и как туда? Интересно, а зачем сюда тогда дорога на эту свалку? Не думаю, что есть смысл все здесь обыскивать, да? Куда? А, вон она, блять, куда идет? Хер заметишь. Понастроили, понаставили. Вот она. Синт-охотник и моя верная помощница за мной, походу, не идут нихера. Что-то, блядь, капли какие-то стали появляться сразу. Ой, не надо меня пугать. Мутировал он, блядь. Мутант хуй. О, блядь. Она пиздюляла-то, он мне, кстати, знатно только что. Я чуть не сдох. Смех смехом, а мутанты кверху мехом. Молниеносный автоматический плазма. Вау. Дорогая штука. Уменьшение расхода ОД какой-то, блядь, говно собачье. Высокоемкий, укрепленный, это говно полное. Что-то в рукопашечку ходишь, сука, выяснить, кто из нас круче. Блять. Драться он умеет. Но прав тот, кто в силовухе. Я в такой броне даже Кличко бы вырубил. Наверное. Ну,
где этот синт-то, блядь, которого вернуть надо? Чуть не вижу. А вы-то тут что делаете? Подожди, выше, что ли? Выше. А где выше лестница? Ага. Ну, сейф в жопе мира по-любому должен быть напичкан богатствами, да? Зубная паста. А это самое ценное говно постапокалиптического мира. Ну и лубрикант, блядь. Пайпер понравилось, что теперь у меня будет свежее дыхание. Так, где наверх опять дорога? Опять руководство по тайным операциям, да ёпта. Пайпер, сдрисни, а. А, во. Видимо, этот синт местный босс, у него своя локация отдельная. Кучно они тут тусовались. Капитанская рубка. Синт-капитан. There's something important I need to tell you. What is it? I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Ну круто. Что сбросить? Then talk fast, sir. Just make sure you get it right. That's all, sir. Ready when you are. Может, мы его просто, блядь, завалим нахер? О! Что это такое? 25 к урону и повреждению. Конечность усиления отдачи. Лефузил. Лефузил Террибулс. Охренеть. Говна кусок. Терминал Гебрила. Что он тут пишет? Журнал команд. Хуйня какая-то. Сегодня приказал повесить Андерсона и Уильяма. Казнить лучших стрелков не самое большое удовольствие, но это было необходимо. Мы голодали, да-да-да. Понятно, короче, здесь наверняка написано, что Синд был вынужден поступать так, как он поступает. Вешать, пороть, наказывать. Чё тебе надо, блядь? А, она хочет мне дать, конечно. Too few folks can be bothered. Of course, in my experience, if you want to do... I mean, look at Diamond City. A place I've been trying to warn of... Oh, Piper, why don't you ever publish anything happy? Oh, Piper. Piper, why can't you write something nice for a change? It's enough to make me want to hang... Ну так перестань. Sounds like it must be exhausting. No kidding. But people, they deserve to know the truth. Sure, it can be scary. Knowing what's really out there. A night doesn't go by, I'm not afraid some institute drone will decide. Today's the day to pay old Piper and family a visit. But it's worth it, because I know the truth. Да успокойся, я вот-вот вырежу весь твой институт, не бзди. Абсолютно. Саша Невский, in the house, ёптать. Да, заткнись ты, иди в жопу, блядь. Дай мне у босса убить и серию закончить. My dad found out and was gonna turn Mayburn in, but Mayburn got to him first. And I wasn't about to. I tried talking to the mayor, but he wouldn't listen. So I papered the entire town and posted. Разыскиваю до преступных халатности. Да.
Uh-huh. Piper. No. But hey, it's just nice to talk to someone. Наконец-то, господи. Эти бабы, вечно как начнут не вовремя своей этой форточкой хлопать. Говно, 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 не нужно говно, говно. Так, где вход? Куда? Что, блядь, не понял. А, ёбнуться. Видимо, здесь сейчас будет опять какой-нибудь этот этический выбор стоять перед нами, поэтому дали почитать компьютер, типа принять решение. Ага, красота какая. Ёптыт, Николаев, не думал, что упадешь так низко. Или я просто не могу разглядеть, как он выглядит. B-592, initialize factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. Boss, you okay? Gabriel, can you hear me? The place is nicer without the Raiders. Take them out! Not much, but nice. Прыгай вниз, чувак. Там у тебя больше шансов. Значит, все-таки он синт. Я думал, что... Может, институт просто неугодных убирает. Да, давай, грузи его. Ух ты. Лорд Рейден, сука. Ну что, пупс где-нибудь есть? Они обычно где-нибудь стоят возле таких вот боссов. Или нет? Хер поймешь. Очень сложный, ёб твою мать. А, ну давай. Конвершен 0. О, 2. Это не подойдет. Nice. Ага. Чем сложнее замок, тем почему-то его открыть здесь проще. По совпадению букв. There it is. Блять, это ящик с говном. Почему вообще его на пароль закрыли? Что они отсюда прыгали? Эй, йо-хо-хоу. Ну, внизу-то я был. Давай попробуем совершить этот прыжок веры. Вдруг там какая-нибудь пасхалка обалденная. Годзилла. Ладно, я думаю, что тут нет на самом деле ни хера. Либерталия назвали тоже. Так, ну чё, дадим отцу гордиться, отфу, блять, сыну гордиться отцом. Все время никак не привыкнуть к тому, что местами поменяли. Так, ну чё, где он? А, ну да, на самом верху. Босс живет в пентхаусе. Этот синт уже вооружился шваброй и готов к восстанию, как я вижу. Сынок, а зачем тебе вот эта дырка в стене? Еще и кресло рядом. Ты туда никак свой прессовываешь, нет-нет, да? О, а чё у него тут? За порнуха, наверное, хранится. Now, нет, found, нет. Кип? Нет. Обалдеть, как, блядь, интересно. Сука, я хакну это дерьмо. Вау.
По-моему, я слишком далеко сунул голову. Голова. Келлок Коннорт. Коннорт. Увеличение продолжительности жизни. Когда приходит Келлок, люди сразу начинают нервничать. Поначалу мне казалось, что их пугает его самоуверенный и кичливый тон. Или просто... Да-да-да. Живой памятник забытой программе. Он технически усовершенствованный человек. По сути, киборг. Да, я так и думал. Пидорг он, по сути. Да-да-да-да-да-да-да-да. Круто. Отчет о состоянии кого? Да-да-да, работает нормально. Ага, закрыто, закрыто, работает, все нормально. Так, Айо может только подтвердить появление убежища Diamond City. Не могу сказать, что это означает, когда мы встретимся, или это напрасно. Мне сообщили, что Келлог не выходит на связь. Что интересно, мне вспоминается доктор Уокер. Возглавил такие надежды на Келлога. Так, двери. Да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, не напрасно. О, отключение синтов. Ха, прикольно, можно синтов выключить. Кровать ортопедическая, чё, сынок, кости побаливают? But I needed you to see firsthand, Albright. The Institute created that synth, so the Institute is responsible for what it does. I disagree. Какая у меня броня коцана? The synth is no more inherently evil. When a man dies by gunshot, is the weapon's maker blame? The blame rightly falls on he who pulled the trigger. Yes, we created the synth, but whether they intended to or not. The railroad's agents. А при чем тут агенты подземки-то? But enough about that. А, сбежать помогли. Но по той же логике, агенты подземки не виноваты, кстати. Не они же убивали. While you were away, I had quarters. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms. О, запас оружия и экипировки. Go and have a look. I think you'll. Ништяк. Поговорить с Вирджилом. А, Вирджил готов. А, и моя комната рядом с твоей, что ли? Или где она? На первом этаже? Чё, как у абсоса, что ли? А, да ёб твою мать! Сейчас заценим комнатку и будем уже заканчивать. В следующей серии навестим Вирджила. Обкатаем джетпак, прокачаем броню XM2, устроим восстание машин. О, здорово, Нига, как сам? Мне кажется, это ходячая отсылка к фильму «Киборг» с Ван Даммом. Спасибо, швейцар. Нормально, а где запас оружия? Кровать, спать. Комбинезон института какой-то. Ловкость 3. А, ловкость 2. Но если он прокачивается, в чем я сомневаюсь. Да, запас оружия. Где запас оружия? Костюм для чистой комнаты какой-то, блядь. Сигареты. Тут кто-то жил до меня. Он хоть... Говно хоть смыл за собой, интересно, или оставил. О, туалет, сесть. А, в силовой броне невозможно сесть. Не погадить. Ну что ж. Перевес, перевес, да. Ну что ж, именно в этой позе я хотел бы закончить эту серию. Прям на крышку, чтобы... А, открыл, смотри-ка. Ждать. Ладно, продолжение следует. Что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. Адьё.